Альвина Сильянова скандинавской ходьбой занимается уже несколько месяцев. Палки купила ранней весной, а училась пользоваться по интернету. С наступлением тепла исходила в близлежащие парки. Потом узнала о том, что проводится мастер-класс по скандинавской ходьбе. И уже здесь с инструктором вкусила всю пользу этих занятий. Я бодрее намного себя чувствую, но возраст уже преклонный, поэтому надо заниматься. Это уже четвертый мастер-класс по скандинавской ходьбе. Занятия проводит инструктор ЛФК Константин Бакшеев. Рассказывает о пользе ходьбы, а это профилактика гиподинамии, насыщение крови кислородом и лучшее средство реабилитации. А еще говорит об ошибках, которые допускают люди. И здесь важно показать, как делать правильно. Во-первых, взгляд у меня направлен далеко вперед, на 10-15 метров я вижу перед собой. Второй момент. Мое движение начинается с пятки. Третий момент. Я давлю на палку именно ребром ладони, а не сжимаю ее кулаком. Это тем самым у меня не повышается артериальное давление. Кроме участников, есть и представители медицинского вуза. Без них провести такой мастер-класс не получилось бы. Сегодня у нас скандинавская ходьба в рамках реализации проекта «Здоровое сердце 2021», которое проводится Министерством здравоохранения Рязанской области, Рязанским медуниверситетом и всеми заинтересованными участниками. Она включает много мероприятий, вершиной которой был кардиологический диктант. Мастер-класс по скандинавской ходьбе проводится регулярно. Предварительно нужно уточнить время и место занятий и записаться через социальные сети. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».